21 октября в Беларуси впервые отметят День Отца. В Гродно к празднику уже готовы. Ожидаются товарищеский матч по футболу, встреча многодетных отцов города с выдающимися спортсменами страны и культурная гостиная в фестивальном. Государственный праздник появился не случайно. 14 октября в нашей стране отмечается День Матери, 21 числа – теперь День Отца. А вся неделя между торжествами объявлена родительской. Это еще одна возможность рассказать подрастающему поколению о семейных традициях и ценностях, возможность обменяться опытом, дать дельные советы касательно воспитания детей. Ведь вместе с маминым теплом и заботой любому ребенку нужны любовь и поддержка отца. Семья – это командная работа, где второстепенных ролей просто не бывает. 21 октября в нашем городе состоится ряд праздничных мероприятий. Наиболее значимые – это праздничная встреча «Отцовский пример» многодетных отцов нашего города с известными отцами-спортсменами. Также состоится товарищеский матч по футболу «Отцы и дети». 22 октября культурный центр «Фестивальный» приглашает посетить музыкальную гостиную «Тепло семейного очага» с участием семей разных национальностей. Быть папой – большой труд, справляться с которым сложно даже самым сильным мужчинам. Понимать и поддерживать своего ребенка, быть рядом и находиться на одной волне учат порой прямо за партой. Уже не первый год в Беларуси работают папа-школы. В Гродно эти курсы стартовали 2 года назад. Пройти их можно на базе областного института развития образования.